Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я вам покажу, что у меня есть в моей косметичке. Так, у меня осталось вот такое зеркало еще с колледжа. Оно немножко обтрепалось. Да. Вот такой пинцет от Oriflame The One. Вот, он очень классный. Я им иногда прореживаю свои бровки. Матирующий дневной крем от белорусской компании Белита. У нас белорусский магазин был, вот я там купила. А вот это я угнала у сестренки. Какой-то тональник, который ей не подошел по цвету. Зато с моим кремом он сочетается. Пока ничего не могу сказать, я его буду отдельно тестить. Это мой грязный-грязный спонжик. Да. Так, а эти кисточки я заказала на Узуме. Название, если честно, не помню, но если найду, то обязательно вам покажу. Вот, a few moments later, как говорится. Вот, маленькие такие походные кисточки, такие миленькие. Они еще чистенькие, я ими не пользовалась. Но вот прям как начну краситься, покажу вам ими тоже макияж. Вот, хорошенькие и недорогие. Ссылочку оставлю. Так, вот это новая палетка People. Контуринг и хайлайтер. Ну, в общем, 4 в одном. Взяла там был розовый, да, и бежевый. Это я розовый. Хайлайтер попробовала, очень клевенький. Остальные пока не пробовала. Тут новенький абсолютно наборчик. Вот так вот выглядит. Да, тоже заказывала на Узум. Тоже со скидочкой пришел. Оставлю в описании. Это очень-очень старая палетка теней, но здесь очень ходовые коричневые цвета. Я ее уронила, вот, разбила. Высыпался вот этот темно-коричневый. Ну, мне нравились вот эти. Немножко у них есть шиммер. Да, тебе это не пойдет. Не пойдет. Так, не пойдет тебе. Вот, и я даже как хайлайтер немножко их использовала. Вот, но вот это была неудобная кисточка. Да, я пальчиками наносила. Да ты мальчик, тебе это не нужно. Такой консилер взяла. В первом оттенке от компании Гегемон. Тоже брала с Узума. Дешевая была, хорошая цена, но на удивление очень классный. Мне очень понравилось. Сына. Вот от Карита есть глиттер. Я им вообще редко пользовалась. Че, сыночка, невкусно? Вот такого золотого цвета. Я им стрелочки делаю, иногда блеск делаю на подвижное веко. Подводка от Vivienne Sabo Cabaret Premiere. Ой, тоже шла по удивительной какой-то скидке. Сейчас не знаю, есть ли скидка, но я люблю вот такие маркерные подводки. Вот эту тушь мне сестренка подарила. Vaum Up. Да, я не знаю, где она ее купила. Она дешевая, хорошая, но долго просыхает летом, а зимой она будет точно оставлять следы. Поэтому я купила себе еще одну тушь. Эту я купила на Узуме, поэтому тоже могу оставить в описании ссылку. Но здесь единственное, что это вот такая кисточка. Не знаю, как она красит. Тоже буду делать обзор. Все. Так, это вот мы перешли к губам. Вот от Карите был Flower Magic Lip Oil. Я не знала, что это там, оказывается, зеркальце. Короче, поломала, пока носила в сумочке. Ау. Мне нравится вот здесь такой миленький цветочек. Шиммер есть легкий. Вот, и есть немножечко там в самом начале цвет. Так, еще есть вот такое масло от Geraldi. Вот. Такое ненавязчивое, хорошее, с яблочным вкусом. И главное, все трещинки залечивает. Дальше. Вот эту брала Romantic Bird Return в цвете 3 очень давно. И уже от нее там вот ничего не осталось. Потому что я как румяна делала, и как помаду мне нюд подходил. Вот эту сестренка подарила. Она тоже похожа по оттенку к этой. Russian Color Beauty. Вот. Вот так она открывается. Здесь есть такая штучка. Пук, нажимаешь. В 17 оттенке. Вот у нее похожий цвет. Но она еще новенькая. Берегу теперь. Так. Вот такая у меня есть от Valve Candy
блестяшка. Что еще так? Вот эту мне подарила свекровь от Golden Rose. Такой, ну, очень-очень насыщенный. Надо потоньше слоем мазать. Это фиг его знает что. Вообще стерлось название. Что-то было на М. Но мне вот такой цвет идет. Это не я укусила, честное слово. Но мне идет этот цвет. Так. Вот эту купила последний на Узуме. Просто потому, что это бутылочка вина. Брала хоть какой-то оттенок, который подойдет. Подожди. Подожди, сын, тебе это точно не подойдет. Не подойдет. Да, я это ем. Вот. Тоже яркий оттенок. Пока еще не знаю, под какой макияж я буду его наносить. Ой-ой-ой, тихо. Да, ладно, сейчас. И два карандаша. Вот один у меня будет теперь под вон то винную помаду. А это вот Вельвет. Тоже купила недавно. Только пробу сделала. Очень мягкий карандаш на Узуме брала. Оставлю ссылку. Тем более он вообще копейки стоит сущие. В 12-м оттенке. Все, на этом все. Мы прощаемся. Пока-пока.